всегда была стройной, но за прошедшие полгода постоянно только набираю и набираю вес. Вообще не понимаю, с чем это может быть связано. Ну главное, как это остановить? Анонимно, пожалуйста. С чем это связано? С едой, наверное, связано. Ну, поскольку я физик, я предлагаю переехать куда-нибудь на те планеты, где гравитация несколько меньше. Тогда с весом никаких проблем не будет. Сегодня 4 ноября. Ты пыльнул в меня снегом, чтобы познакомиться. На вопрос, как меня зовут, я сказал, неважно. Мы дошли до 21 дома. И ты сказал, что подождешь, но в итоге не подождал. Ну, печалька, конечно. Пыльнул снегом, чтобы познакомиться? Ну, главное, чтобы не в лицо. Разбил девичье сердце. Отчислить. Приветствую. В данный момент обучаюсь в Санкт-Петербургском университете по направлению... Информационная безопасность. Как думаете, стоит ли переводиться в КФУ? Переводитесь, мы вас ждем. Ни в коем случае не потеряете никаких перспектив. У нас вообще есть информационная безопасность? В Институте управления экономикой и финансов как раз в этом году открыта эта специальность информационная безопасность. Все же это информационная безопасность, а вы сами... Лезете в интернет и говорите об этой проблеме всему миру. Какая тут безопасность? Я подозреваю, что вы никаких секретов сохранить не можете. Привет! Вопрос от переживающего первака. Слышал, что на экзамене могут заглушки ставить, чтобы наушники не работали. Вот надо подумать. Действительно, спасибо, что подсказали. Обязательно будем ставить. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что примерно в этих условиях будет находиться первый и второй курс высшей школы ТИС на коллоквиуме по моему предмету. Религиоведы, куда потом работать идти? Бог поможет. Просто Бог подскажет. Это на первом курсе уже вопрос такой возникает или на пятом? Надо было думать раньше. Вообще все будет хорошо, религиоведы. Вы молодцы. Анонимно! Как намекнуть своему парню, что я хочу, чтобы он купил мне шубу? Так вот, может, ты даже прочитаешь это, прошу тебя, догадайся. Так не намекают. Парням надо говорить конкретно. Ну, милая девушка, как же можно догадаться по вот такому непонятному даже обращению? Пишите четче. Размер, какая шкурочка. И тогда все будет прекрасно. Но это не главное в жизни. Всем-всем-всем. Есть хата, писать в ЛС. А что вы подразумеваете под хатой? Вечеринку устроить? Конкретный адрес пишите. Мы тоже придем. Какие-то смайлики странные. Все-таки подозрение есть, что не всем-всем-всем. Хата – это хорошо. Проведем там заседание кафедры. Пишу это сообщение прекрасной девушке, что сидела рядом со мной по дороге из Бавлов в Казань с 5 на 6 число. Половина дороги ты спала на моем плече, была одета в красную куртку ДУ. Ты единственная из девчонок оценила Рамштайн. Очень красивая ситуация. Ну, девчонок пишется через О. Вообще, это, конечно, удивительная история на самом деле. То есть, такое ощущение, что вот не то, что он не познакомился. И девушка сразу впала в какую-то спячку. Потом он ее еле-еле растолкал, отправил в деревню Универсиаду, и все. Интересно вообще узнать, с чем это закончится. Придется зайти посмотреть. С днем рождения, любимый университет! С днем рождения, наш родной университет! С днем рождения, Казанский федеральный университет! С днем рождения, Казанский федеральный университет! Всех поздравляю с праздником! С очередной годовщиной Казанского федерального университета. С днем рождения, Альма-Матер.